пап, что у тебя мышц маловато. Да, я что-то какой-то как печенька. Или как хлебушек. Как хлебушек. Дрябленький. Надо мне на это лето поставить цель. Давайте, чтобы мне потом было сложно открутиться, подкачаться за лето, чтобы у меня рельеф появился. Как жить. Так что в сентябре покажу новое тело. Раз, два, три, четыре. Давайте начнем прямо сейчас тренироваться. Кстати говоря, про тело. Если вам не хватает уверенности в себе или у вас энергетика спала, попробуйте поработать с телом. Просто сходите в спортзал и поработайте с гирями, гантелями или хотя бы просто поджимайтесь, поподтягивайтесь. Ну, в конце концов, пресс себе покачайте. Может быть, побегайте. И вы почувствуете, как тело вернет вам очень большую порцию энергии и уверенности.